Джессика, смотри, как надо делать. Давай, дорогая, давай, ты сможешь. Или нет? Подожди, у меня появилась отличная идея. А, что-то не получается. Стой на месте, я тебя спасу. Я не могу на тебя забраться, у тебя такой большой зад. Потрачено. Привет, бро и систерс. Я со своим пушком сегодня отправляюсь в кругосветное путешествие. Точнее, мы будем открывать вот этот Ла-Манш. Пушок, поехали. Попытка номер 2. Ты сможешь, я верю в тебя. Никогда бы не подумал, что лошади умеют халтурить. Давай. Эй. Крейсерская скорость. Поехали. У-ху! Вот это другое дело. Не прикидывайся, что ты устала. Ты моя симулянточка. Я горжусь тобой. Ты мой самый верный конь. Так, сейчас мы находимся на этом острове. Но, думаю, самые сложные испытания нас еще ждут впереди. О, что я вижу? Это настоящий пиратский корабль. Так, я ищу золото. Я хочу много-много золота. Вау! Это пиратская шляпа. И посмотри только на меня. Я красавчик. Только честно скажи, я заслужил твой лайк. Ай, спасибо, дружище. Эй, Пепел, посмотри на своего красавчика-хозяина. Теперь я ковбой-пират. Самый крутой и бесстрашный человек на Диком Западе. Что я говорил? Самый бесстрашный на Диком Западе. После плотного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, надо срочно доплыть до этого берега. Молодец, красавец мой. Как мы плывем, как настоящий пират и его самый любимый корабль-конь. Оу, дружок, до тех краев нам точно с тобой не доплыть. Что же нам делать? Братан, я тебя прошу, по-человечески. По лошадиному, если хочешь. Давай попробуем. Да не сопротивляйся ты, там ничего страшного нету. Ну же, давай. Иди ко мне, иди к папочке. Секун. Прости, я не хотел. Но ты сам первый начал паниковать. У меня есть неплохая идейка. Мистер, постойте. У меня есть к вам предложение. Видите ли, мне и мои лошади... Я не понял. А что не так? Странный мужик. Такая крутая идея могла прийти только мне в голову. Смотри, что я нашел для нас. Один добрый человек любезно отдал нам свою лодочку. Осталось придумать, как тебя туда засунуть. Да что ж ты такая трусливая кобыла! Джеронимо! Еще разочек, давай! Надо поменять угол прыжка. И... Да! Ну как же так? Все, я разочарован. Ты потопила нашу мечту. Но не переживай, мы вернемся на большую землю и найдем корабль побольше. Он такой же, но попробуем еще разок. Ты чего делаешь это? Смотри, какую сальтуху я сделаю. Все для тебя, моя девочка, чтобы ты не боялась. А, блин, ты же мальчик. Че вы от меня хотите, я понять не могу. Ах ты живучий терминатор. Фу, твою мать. Потрачено. Крейсерская скорость. Стоп. А, где эта лодка? Ха, надо спросить у этого рыбака. Как же задать вопрос этому интеллигентному мужчине? Простите, сэр. Или же, может, мистер. А может, он не мистер. Может, он замминистр. Ладно, спонтанно у меня получается всегда лучше. Простите, товарищ. Ой, осторожно. Да что ж, вы так неаккуратно, так лучше я отсюда свалю. Оу, тебя вернули. На счет три. Раз, два, три. Да. Давай. Отлично. Я сделал это. Мы сделали это. Ах ты, моя кобылочка. Жирная кобылочка. Твою налево. А. Тьфу на тебя. Все, ничего не знаю. Ищем нормальную, крепкую, большую, моторную, точнее, на паровом двигателе лодку. О, вот она какая красивая, большая, на паровом двигателе. Моя. Прости, мужик, ничего личного. Вот, блин, он еще жив остался. Ну, я рад. Почти рад. Нет, теперь совсем не рад. Да прекрати ты уже стрелять. Привет, негодяй. Удачного плавания тебе. Или он забыл выключить двигатель, или очень сильное течение.
Да. Потрачено. Но на этот раз у меня другой план. Как он меня видит? Все на абордаж. Так, кто у нас тут без билетика? Вот это другое дело. Молодец. Лился сумрак голубой в паруса фрегата, провожала на разбой бабушка пирата. Два кастета уложила и для золота мешок, а потом, конечно, мыло и зубной порошок. Ха, кажется, в эту лодку будет легче погрузить нашу лошадку. Смотри на меня и делай, как я. Красавчик. Ты видишь? Совсем просто. Ничего сложного. Давай... Да что ты творишь? А, ребята, простите, но мне нужна ваша лодочка. Проваливать отсюда. Молодец. Красавчик. Плыви, пока веслом не получил. Мне надо найти новую крепкую лодку. Вы знаете, в моей жизни все как-то что-то странно получается. Фу ты, блин. Утрачено. Эй, там на корабле, подождите немного, у меня есть к вам один вопросик. Тыля, что он тут перевозит? Пушку, колеса, небось еще и боеприпасы есть. Эй, мистер, есть разговорчик. Что вы все такие недружелюбные? Ладно, я поплыл. Все здесь очень красиво, но мне немного не нравится, что здесь очень сильное течение. Да вы издеваетесь. Не может быть. Растрачено. Меня все достало. Я возьму сейчас эту чертову лодку. Возьму эту чертову лошадь. Посажу ее туда и уплыву отсюда куда-нибудь далеко. Сколько можно это терпеть? Эх, рука уже болит. Стопэ, я вижу нашу паровозку. Попался, чувачок. Подожди. Эта лодка не пойдет нам. То ли дело вот этот катамаран. Что это с ним? Наверное, приуныл бедняга. Ладно, наша цель совсем близко. Мне нужны твои туфли и штаны. Ну, как хочешь, я уже привык к этому. Мы должны это сделать прямо здесь и сейчас. Давай. Давай, братишка. Ты сможешь. Вот так вот. Молодец. Ты мой самый лучший конь. Ты самый лучший. Ты самый красивый. Поехали. Прыгай. Эй. Твою мать. Да ты должен сюда попасть, а не я. Идиот. Да что мне делать? Как же быть? А я не могу понять. Подожди, а что если я... Все, отлично. Я понял, как мы это сделаем. Я знаю, ты сможешь. Вот все, тормозим. Ты счастлива. Ты счастлива, я знаю. Ты, ну не настолько, конечно, счастлива, но ладно. Я тоже счастлив, поэтому закрой на это глаза. Друзья... Я сделал это. Мы сделали это. Теперь мы отправляемся в долгожданное путешествие. Наконец-то. Эй, как здорово, не правда ли? Сколько мучений, но каков результат? Мне кажется, или с ней что-то не то? Она, наверное, хочет ко мне. Ну ты, пусечки, успокойся. Все будет нормально, не переживай. Я буду аккуратен. Блин, надо было взять с собой спасательные круги. Что-то я нервничаю. А хотя ладно, сейчас немного остынет двигатель, и мы дальше поплывем. Не хочу повторять предыдущую ошибку. Братишки и сестренки, спасибо тебе за просмотр. Я очень старался. Надеюсь, я заслужил палец вверх. Если ты не подписан на наш канал, то гоу к нам в команду. С нами весело, интересно и полезно. Наверное. Эх, как же все-таки прекрасно, когда после твоих долгих мучений что-то получается. Теперь с нашим конем мы сможем путешествовать в дальние края. А ты, боженьки, мучается бедняга. Может, его надо покормить? Да ладно, сейчас надышится этим дымом, и все пройдет. Надеюсь, на меня не подадут суд защитники животных. Ну что ж, друзья, пора прощаться, наверное. Конечно, хотелось бы с вами еще поболтать, но дело сделано. Блин. Да, мне в принципе туда надо, но я немного по-другому планировал свои действия. Да, она плывет обратно. Вот черт.
Еще и лодка тонет. Да ёлки-палки. До скорого, друзья. Ты был на канале AidGore.